выпустим, ребята, кентух на проводе. И прямо сегодня будет максимально необычное видео, потому что, во-первых, оно не кликбейт, а во-вторых, я просто в шоке, то, что такое произошло и именно со мной. Что же сегодня произошло? А сегодня произошло нечто необычное, потому что разработчики мне подарили подарок. И это не просто подарок, это, наверное, самый дорогой подарок в жизни от кого-либо в Стиндофе. Я не могу сказать то, что я самый бедный человек в мире, потому что я второй по бедности. Но мне насколько приятно и в такое непростое время это насколько сильная моральная поддержка, то, что я хотел бы просто разработчикам сказать огромный респект. И мне очень приятно то, что они не забывают про таких людей, как кем-то ПК. И большое спасибо, я вас очень сильно люблю, вы лучшие. Ну а сейчас самое время поставить лайк и подписаться, поэтому давай не отлинивай. Поэтому да-да-да, если именно тебе интересно, что же мне разработчики подарили и что я со всем этим сделаю, присаживайся поудобнее и поехали! Ну а перед тем, как я вам скажу, что же мне подарили, давайте предположим то, что это была голда. Как вы думаете, сколько голды мне подарили разработчики? Поставьте видео на паузу и напишите прямо сейчас в комментариях, кто будет ближе всего, тот получит от меня подарочек. Ну что же, погнали! Погнали! 3, 2, 1 и... Да-да-да, вы ничего не заметили, потому что разработчики мне подарили голду. И они мне подарили 50 тысяч голды! Я просто не верю, забыл сам 50 тысяч! 50 косарей от разработчиков! Я просто их люблю, чтобы понимали, я показываю историю продаж. Вы не думали, вот история продаж, вот-вот-вот-вот-вот. Как мы видим, никто мне 50 тысяч голды не давал, поэтому разработчики, еще раз хочу вам сказать, вы просто индейцы, бо-бо-бо! Ну а вы, ребята, думаете, то, что видео будет таким коротким? Я вам просто скажу, что мне подарили 50 голды и все? А вот и нет, вы ошибаетесь, потому что я прямо сейчас эти 50 тысяч голды буду тратить! Let's go! И наконец-таки настал тот момент, когда я себе могу позволить абсолютно все. Так, ребят, запоминайте. У меня на балансе 120 тысяч голды. А теперь я выбираю Nameless коллекция. Ох, ребят, я даже не знаю, с чего бы начать. Керамид Голд, ну, у меня уже Керамид Голд есть, поэтому я его брать себе не хочу. Авик ТХ, и мне даже хватает на запрос? Слушайте, ну это интересно. Но опять же, у меня Авик ТХ был два раза. Я его куплю, а потом я его фиг продам, поэтому нет, ребята. Авик я тоже пока что не хочу. А вот знаете что, а вот жит у вас два релик. А вот это уже интересно. Я просто в шоке. По закупу он стоит 20 тысяч голды, а зато запрос на продажу 33. Обалдеть, как же дорого. И для того, чтобы мне этот релик слили точно сегодня ночью, я прямо сейчас ставлю запросик 25 тысяч голды. И я очень надеюсь, что я проснусь, и релик будет у меня уже в инвентаре. Как же это круто. Так, ну что, ребята, половину голды мы уже потратили. Блин, как-то быстро. Ну, прям слишком быстро. Очень пощмак. Ну, очень пощмак я не хочу. Он у меня уже тоже был. Крутой, прикольный скин, все дела. Но нет, не для меня. Фанфалезер. Я бы его купил. Но я, блин, никогда. Просто никогда в жизни не играю с FNFL-лезером. Если вообще уже все плохо, я лучше себе куплю дробаш, чем FNFL. Поэтому я его точно брать себе не буду. Чар V2. Да, крутой, прикольный чарм. И тем более у меня есть AVM Sport V2. Вот это тоже интересно, но опять же, блин, он крутой, он классный, он стоит 14 тысяч. Знаете, что я себе куплю? Вот что я куплю себе прям моментально, прям кабанчиком. Вы сейчас просто будете в шоках. Я всегда хотел себе именно эту эмочку. И мне вообще по барабану, это статрек или не статрек. Не, ну конечно, статрек был бы неплохо, но статрек стоит 10 тысяч голды. Ну, кстати, я себе могу позволить, это адекватная цена. Давайте посмотрим обычный нестатрек, и вдруг там будут какие-то крутые, прикольные наклейки. О, вот тут всего лишь-то 979 голды и такие прикольные 4 наклеечки. Так, ребят, листаем дальше. Так, вот тут тоже наклейки прикольные, классные, но я хотел бы еще. Так, ребята, 1500 голды, 4 наклейки минус 28. Не, это нам не подходит. Так, вот тут 3 наклеечки. Не. А вот это, ну, прям очень-очень дорого. Блин, я не понимаю, а где адекватные наклейки? Почему вообще так мало предложений? Давайте посмотрим статреки. Может быть, я, так сказать, разгуляюсь и куплю себе статрек. Ой, ну а статреки почины, ну чё-то, ну прям чересчур дорого стоят. Но, в принципе, мы там можем себе позволить. Короче, ребята, я решил, я куплю себе не статрек, тем более тут 4 прикольных крутых наклейки. Мы прямо сейчас все это применяем. Ой-ой-ой, ты что, посмотрели? Красота-то какая. Идемте дальше на рынок, будем брать те скины, на которых у меня не было никогда голды, но сейчас появилась возможность.
Я скажу честно, я всегда себе хотел купить М40, но он всегда стоил слишком дорого. Но сейчас он стоит 6800, и знаете, что я сделаю? А я поставлю запросик 7000 голды. И буду ждать, чтобы мне кто-то тоже стрелил М40 Monster, потому что я всегда его себе хотел. Но у меня не было возможности, но сейчас-то, ребята, вот она, богатая жизнь начинается. Если посчитать, что мне все это сольют по той цене, по которой я поставил, то получается, я потратил уже 33 тысячи голды. Осталось ровно 17 тысяч. И это, ребята, очень-очень много. И знаете что? А вот прямо сейчас вы просто будете в шоке, потому что я зайду именно на Origin коллекцию. Да, ребята, это не шутка. И вы никогда в жизни не угадаете, что я куплю. Вот как вы думаете, что я куплю из всего этого? Напишите, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях, потому что я уверен, никто не угадал. Первое, что я хочу себе купить, это M9 Bayonet Ancient. У меня его нету. И это реально очень красивый и, наверное, единственный скин Ancient, который просто соска. Ну вы посмотрите, ну вы взгляните. Вау! Как же это красиво! Плюс один ножичек в мою коллекцию. Yes! Но это, ребята, только начало. Я подумал про себя, но надо же еще подумать про контент. Я же должен как-то радовать моих подписчиков. И знаете, что я сделаю? Я прямо сейчас ставлю 400 голды и покупаю 10 эмочек некромансеров. А все для того, чтобы вам было интересно меня смотреть, и чтобы я смог сделать очень дорогой крафт с Origin коллекции. Если не сейчас, то когда? Так, потратили. И знаете что? Блин, я хочу еще что-то купить. С Origin коллекции мы связали. Теперь мы, ребята, переходим в удаленную Furious коллекцию. Что же я могу себе купить тут? Вот. Ну, я думаю, это и так всем все должно быть понятно. Сразу я беру 5 Furious кейсиков, и это все пойдет на контент, это все пойдет на всякие видосики с Беном, это все пойдет на стримы, это все пойдет просто на различные прикольные видеоролики, потому, ребята, тоже Furious кейсики надо покупать. Ну, опять же, я понимаю то, что всего этого мало, потому мы, ребята, переходим в Хэллоуин коллекцию, Хэллоуин чармпаки. Ну, пару штучек можно купить, ну а чё бы нет, потом подкрываем вместе с вами. И да, ребята, я только что вспомнил то, что у меня нету нормального 5-7. Я если хочу купить 5-7 Poison, но, блин, он стоит 8000 голды, я даже не знаю. С одной стороны, я хочу купить его себе, а с другой стороны, я же реально сделаю вам крутой контент. Нет, ребята, скины это круто, но я реально хочу сделать для вас крутой контент, поэтому я обратно же выбираю Origin Collection. Я обратно же захожу на эмочку Necromancer, и я обратно же ставлю тут 400 и покупаю прямо сейчас 10 скинов. Все, ребята, это все ради контента. Знаете, я вас люблю. Это мой 5-7 Poison. Так, и давайте, значит, еще купим. Ну, еще купим парочку рейлганов. Ну, вот так вот, я думаю, нормально будет. Блин, ребят, я вот думаю, если гулять, то гулять. А может, мы еще Origin кейсик с вами купим? Сколько он там стоит? 3 голды, вы еще сумасшедшие? Ладно, все, не купим. Хотя, блин, с другой стороны, это же контент. Вам же всем интересно, чтобы я открывал Origin кейсики, да, которые стоят по 4 голды? Эх, ладно, ребята, была не была. Обнял, приподнял. Купил! Минус 4К голды, я сумасшедший! По поводу стикерпаков, ребята, я заикаться не буду. Знаете, в чем плюс? То, что еще до того, как мне разработчики подарили голду, я их закупился. Я их покупал по 2500. А сейчас они стоят по 6К. Я в шоке, как дорого. Мало ли кто не знает, мое второе имя Илья, охотник за наклейками. Поэтому прямо сейчас я выбираю какой-нибудь АКР и попытаюсь его купить с нереально крутыми наклейками. Ну, например, АКР Спорт. Мне кажется, что на АКР Спорт с крутыми наклейками купить легче всего. Так, ребят, смотрим. Блин, какой же огромный выбор. Вот тогда, ничего себе. Так, ребят, листаем вниз. Блин, не, ну почему реально неплохо. Хэштег непоганенько. Так. Блин, честно, не знаю, посмотрите, насколько большой выбор. Везде разные клики, но я хочу именно с арканами. Вы уж меня извините, ребята. Может быть, я зажрался, но я хочу арканы. Но надо больше золота. Так, пока что ни одной арканы не было. Если я вижу хотя бы одну аркану или хотя бы одну Хэллоуин наклейку, то, возможно, я сразу этот скин куплю. Так, пока что мы только начинаем. Все идет хорошо. Чики-пуки, бомбони. Но, ребята, мы ничего не видим дорогостоящего. Я уже долистал до 400 голды. Уже вдвое дороже. И я прямо сейчас вижу Хэллоуин наклейку. Наклейки, да. Блин, это очень красивые наклейки. Кто клеил эти наклейки на ДКР, он красавчик, потому что он прям их подобрал максимально идеально. Так, ну чё, чтобы еще такое выбрать? Я вот думаю, так. Ну, это все мне не подходит. Я хочу, чтобы было или 4 Хэллоуин наклейки, или чтобы была наклейка Аркана. А цена тем временем уже 500 голды, как дорого.
Так, листаем. И, кажись, я начинаю находить нормальные наклейки. Не, ребят, вот это уже очень даже красиво. Так, починай. А мне вот интересно, а кто-то на КР Спорт приклеивал наклейки по типу голоскулов или еще чего-то? Ух ты, вау! А вот это уже я могу купить, ребята. У меня еще рука дернется, я куплю. Так, вот надо какой-то скинец бы выбрать, то я даже не знаю. Ё-моё! Так, стопы, а это легендарки или это арканы? Ребят, кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Но опять же, это дорого. 3600. Слушай, а есть где-то АКР? О, 4700 голды, 3 дрэгона? Интересно. Я сейчас сравню с АКР Карбоном и потом уже что-то куплю. Давайте, ребят, АКР Карбон посмотрим, потому что на АКР Карбоне тоже очень много крутых, дорогих наклеек. Кажись, я себе куплю именно АКР Карбон, потому что, посмотрите, вот этот вот скин стоит 128 голды. Как же дешево, тут цены гораздо дешевле, чем на АКР Спорт. Я себе хочу купить какой-то АКР именно для коллекции, чтобы были дорогие, красивые наклейки. То есть я с ними играть не буду, но чтобы в моей коллекции, мало ли вдруг на всякий пожарный, чтобы он был. Обалдеть, как же много... Просто глаза разбегаются, не смотрят в разные стороны. Так, ребят, давайте вот сразу, ради интереса, я долистаю, ну, примерно там голды до 300, чтобы уже пошли Хэллоуин, дорогие наклейки. Я, ребят, долистал до 400 голды, но еще ни одной Хэллоуин наклейки не видел. Я не понимаю, где эти Хэллоуин наклейки-то? Ну, хоть одну мне покажите, пожалуйста, люди. О-о-о! Только сказал 400 голды. Не, ну, ребят, ну тут наклеечки так себе. Хэллоуин наклейка это круто, но если бы их было как минимум 4 штуки, я бы еще подумал. Так, ну что, ребят, листаем самый-самый низ. Или знаете, что еще хочу? Самураи, блин, если будет самураи, их сразу моментально куплю. Так, ребят, о, тут две Хэллоуин наклейки, но маловато. Нам надо больше золота. Я хочу выбрать самый красивый скин. О, ребята, я нашел очень красивый КР, который реально стоит своих денег. Надо подумать. 700-то голды, это всего лишь, да, какие дорогущие наклейки. А вот тут, ребят, посмотри, тут вообще, это всего лишь стоит 800 голды. Ничего себе. О, а там было 4 Хэллоуин наклейки, вы серьезно, 900 голды. Вау, какой классный, сочный скин. Я хочу себе этот скин, посмотрите. Так, ребят, давайте ради интереса долистаем вниз. Я, ребята, нашел те скины, которые мне нравятся. И тут есть всего лишь одна небольшая проблема. Ну, небольшая проблема, это я имею в виду то, что они стоят по 3000 голды. Ничего себе. О, а тут вообще 4 самурая, 4650, видели? О, 4650. Я думаю, у некромансер сетрек даже смысла смотреть нету. Ну, мало ли вдруг, как говорится, раз год и палка стреляет. Ребят, я готов потратить до 3000 голды, если наклейки будут того стоит. Ух ты, как это красиво! Это просто идеально! Блин, мне понравился этот АКР. Так, ребят, листаем самый-самый низ. Давайте посмотрим еще. А мало ли, я вдруг сейчас найду самурайчика там где-то за 2500 голды. Дрэгон! Вау! Так, ребята, кажись. Вау, тут три арканы! Нифига себе, сказала я себе. Так, ребят, не сдаемся, листаем ниже. Ничего себе, ребята, тут крутые наклейки. Обалдеть. Ну, слушайте, ребят, я себе нашел скин, который мне нравится. Он стоит 4350 голды. Я даже не знаю, покупать его или нет, но я бы с таким скином точно играл бы. Он реально стоит своих денег. Короче, ребята, я только что без записи решил зайти в Некромансер, но уже не сетрек, и я нашел скин, в который я влюбился. Я просто без лишних слов, без лишних разговоров, просто вам его показываю. Ну вы посмотрите на эту малышку, ну это же просто скин мечты! И мы прямо сейчас его покупаем. Я нажимаю подтвердить, перехожу на инвентарь, и где же эта малышка? Фух, я уже думал промахнулся. Вау! Вау! Как же это красиво! Из позволения разработчиков, именно вот этот вот АКР Некромансер, именно эту красотку я разыграю в моей телеге, потом прямо сейчас быстро переходи по ссылочке в описании, написано телега, подписывайся и жди розыгрыш, потому что, возможно, именно ты сможешь бесплатно получить этот АКР. Также там я разыгру промо и так далее, все ссылки в описании. Также, ребята, подпишитесь на мой YouTube канал, это очень важно. Еще раз хотел бы сказать большое спасибо разработчикам, вы самые лучшие, вы просто топчики. Ну что же, в принципе, это все, обязательно лайкусик, обязательно подписочка, любых хороших комментариев, всех обнял, приподнял, всем удачи и всем пока!